Я, Что за насколько понимаю счастье? сейчас, как это выглядит, Илья, я не совсем уверена, что я правильно понимаю, но тени, если они внизу Тора находятся, правильно, на нижних уровнях, скажем так, это даже не наша Вселенная, это вглубь, 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 то те люди, которые заключают, допустим, ну, как они говорят, что с дьяволом, там, с чертом, там, они с кем-то заключают договор, к ним эти сущности приходят, и они выглядят вот именно так, как у нас описывают чертей или, ну, вот, Хорошо. но они не из низа, из другой вселенной, они из нашей вселенной, понимаешь? Это те сущности, которые живут, в принципе, в нашей вселенной, не в Торе, не в каких-то вот на низу, а Это это... ты с чего взяла? Ну, я их вижу очень часто. Замечательно. Я тебе что сказал? Спросить у тени, я вот у тени и спросила, он говорит, что это не Все, его, хорошо. он мне Нет, показывает я просто, сказал, он мне не одного говорит. черта бери Да сюда. вот стоит, ну вот, Вот у смотри, него спрашивать, ты откуда черт? морда как у быка, рога, а тело вот как человеческое. И только глаза такие красные. Ну, я его хорошо вижу, отличный черт такой. Ну вот он показывает снизу. Он говорит, что есть какие-то миры, которые считаются темными, которые находятся в нашей Вселенной. Пласт такой есть, который находится в нашей Вселенной. Выше они поднимаются, очень сложно им подниматься выше. Только по вызову идут, если люди готовы им отдать. Это как, ну, не знаю, это не Как конкуренты давно? теней, но да. Хорошо, как давно этот пласт появился? Ну, я не думаю, что он говорит правду, но он говорит, что давно и чуть ли не всегда. Но мне кажется, это не совсем правдивая Он в таком история. виде давно существует? Трансформируется время от времени, но как негативная программа давно. Хорошо. Как они, последняя трансформация, до последней трансформации, как они выглядели, пусть покажут. Они выглядели просто как какие-то духи, это не лешие, но какие-то духи, которые были негативные, которые как, не знаю, вот что-то показывают, баланс, Балансировали, да. да. Что их изменило? Они говорят, что природа Вселенной изменилась, вся Вселенная изменилась, и изменились они. Сейчас Вселенная ведь обратно изменилась, спроси у него, верно? Говорит, что изменения какие-то есть, но еще не кардинальные настолько, чтобы они приняли первичную форму. Эта форма зафиксирована сейчас для них не то, что как первичная, но как та, в которой они имеют, которая для них вот приемлема. Хорошо. А поэтому до изменения обратного, до восстановления первичного баланса, пока они не примут ту форму, которой они были до последнего изменения, покажи тварь до прихода этой твари. Вот какими они были до ее прихода. Они с людьми не контачат. Покажи его судье, пусть разрывает все контракты с ними, с такими. Да, показала судье. Он. Это реально те, которые в нашей Вселенной живут. Хорошо. Не внизу, на уровне теней. Сколько их? Много и разновидностей много, и люди их сами плодят. Это как программы, которые набрали другой немножко формы, и вот видоизменялись, как эволюционировали. Эволюционировали, да. Да, вот. Кто из наших друзей может помочь им вернуть в прежнюю форму? Но они не хотят возвращать прожить прежние формы. До меня не до лампочки, вот до этого сюда одного. Вот он стоит, что ты его, посмотри, какой симпатичный. Прям у него пара с рта или с носа откуда-то Да, идет. вообще, да. Их разновидностей много. Они бывают те, которые поменьше, те, которые побольше. И какая-то градация у них, как вот иерархия какая-то. Вот Да. это Энергии он где они берут? Смотри. говорит, что у людей берут энергии, люди добровольно им отдают некоторые, а некоторые, получается, что забирают. Но в основном добровольно.
когда-то они были злобными духами-помощниками, они и сейчас такими остались, только эволюционировали, вот. Скажи ему эволюционировать обратно. Говорит, что те желания, которые не соответствовали конам Вселенной, они помогали, как обходили, помогали выявлять, и это тогда в той Вселенной, в которой действовали коны, это как проявляло, знаешь, как лакмусовая бумажка, людей было видно, те, которые готовы идти против конов. Так вот, покажи Кона и скажи, что он уже проснулся. Ну, говорит, пусть докажет, что проснулся. Он наглый, наверное, слишком низкого какого-то вытащила, потому что такое чувствует себя уверенно. Да. Чё ты вообще охерел? Ну, не знаю, даже они всегда такие. Просто я их часто вижу, они разные бывают, ну, примерно такой вот. Ой, блядь, что с ним делать-то? И мне это снилось, кстати. Покажи его синему. Ну да, видит. Скажи, что с ним делать? Ну, наглый такой этот Да? черт, который говорит: «Привет, братан, синим». Синить, как нет. Ну, это «Привет, братан» ему говорит. Он слишком чувствует себя здесь уверенно, говорит, что нет такой закона такого нет, чтобы превратить его во что-то другое. Что это свободная воля людей вызывать и давать им их в подчинение. Что они выполняют те законы, которые ни одна добрая программа не может выполнить, та программа, которая действует по конам Вселенной. Это выбор человека, жить по конам или в беззаконии. Ну, тот, кто живет в беззаконии, он стирается. Какого хрена они помогают обойти? То есть они помогают. То есть они получились. Получается, они против кона, спроси его, это так? Не совсем. Это как чистильщики, те люди, которые готовы переступать кон и которые готовы заключать с ним сделку. После развоплощения попадают, ну вот, к ним в какое-то, я не знаю, в какое-то подчинение или в... Вот как-то Скажи они... ему, что одно дело, что люди поступают, а другое дело, он сам провоцирует людей. Провоцировать ему кто разрешал? Я говорю, да ладно. Кто ему разрешал не отвечать мне и уходить от ответа? Что он делает? Или он дерзкий такой? Да. Ты видишь? Он жопу показывает, Ну мягко вот. говоря. Да, мягко говоря. Так. Они в курсе, что нету того, который князем назывался и почитался. Они это знают, но они-то остались. И они действуют по законам, они говорят. Есть такие иконы во Вселенной, что люди могут делать что угодно. Даже первоисточник допускает. Люди, да, но не они. Они-то кто? Каков их статус? Спроси у него, каков их статус? Он говорит, регулировщики. Может, врет, но говорит так. А получается, кон не регулировщик, что ли? Он дает им на откуп, чтобы они это делали. Он говорит, даже первоисточник не уничтожает зло, а смотрит, как из этого что получится. Уже не так. Помнишь, мы этот вопрос скорректировали как-то? Это мы с тобой корректировали. Он-то может этого не знать. Вот Я же не от тебя говорю, а... пусть посмотрит, сейчас это так или нет. Говорит, да пока это дойдет, 150 миллионов лет пройдет. Блин, ну наглый. Даже интересно, ты не нижнего вытащила, ты самого главного вытащила. Ну, какого? Который? Ну, ты понял. Скажи, это уже дошло. Дошло через меня. Пусть посмотрит. Покажи у меня, что он Да, скажет. он видит, говорит, это не твоя парафия.
Говорит, что ты тут сам не очень приписанный. Блин, Илья, прости, это не я. Все правда. Говорит, пойдешь туда и будешь там свои порядки наводить. А туда это где? Ты Спросил. знаешь, где? Я знаю, пусть он скажет. И он знает, где. Он показывает по витку вот туда. А до туда, где я был? Спроси меня. Да, он помнит, где ты был. Значит, мои порядки где? Где успеешь на витке, где нет, там его. Илья, это не я. Зашибись. Еще он Так, я говорит. так, да. Это... Не буду. Это уже начала, говори. Ну, он всякие глупости говорит дальше. Непереводимая игра слов. Сейчас. Прости. Не, он врагам помогает, масонам. Да, он помогает. Это говорит, как сила он себе заготовляет. Он знает, что сейчас есть другие. Что сейчас души идут не вниз нашей вселенной, а в другие вселенные. Ну, как бы да. Но это не все, он говорит. У него еще куча тех, которые к нему попадут, он говорит. Теперь пойдут все. Скажите теням забрать у них все души. Себе вниз. Не имеют права, говорит. Мне Они пофиг, не его за Тора, право. Они за той вселенной. Блин, он спорит. Да. Это все, что он может. Покрути его. Да. У тебя запись идет, Илья? Да, говори. Нет. Это не очень хорошо. Не очень красиво то, что он говорит. Это нецензурно то, что он говорит. Да, я знаю. Смотри, душ у них нет. Он показывает целую стопку и говорит, что это человеческая воля. А нарушать человеческую волю – это неправильно, это против закона в этой вселенной. Он говорит, что Стопку, свобода что он воли в этой показал? вселенной Да, действует. судье. Да, он говорит, пофигу, у него еще есть такие же стопки, он не со Все. всеми пришел. Все. Пусть судья идет вниз, копируется и разрушает все. А те души, что забраны ему... Добровольное желание, Да, добровольное... добровольное желание, просто замена исполнителя. Замена стороны в договоре допускается на более совершенного. Пожелание менее совершенное, он говорит. Пусть обломается. Он с юристом спорит, хорошо. Даже интересно, сейчас я проснусь немножко, соберусь. Еще говорит, что чё-то мы его не боимся. Дурачок. Спроси его, если я его испугаюсь, что с ним будет? Ну. Точнее, как быстро его не будет. Он что, круче красно-черного? Спроси. Нет, не круче, но красно-черный не жил в этой вселенной и не подчинялся этим законам. Он говорит, что коны есть, и если проснулся кон, то значит они Тогда он должны должен быть соблюдены. следовать кону, а он Да. отказался следовать кону, значит, он тоже теперь не в нашей вселенной. Нет, он не отказался, он говорит. Это ты отказываешься, а он имеет разрешение и призыв, и Так. договор, и люди сами его Договор с зовут. коном или нет? Договор с людьми, а кон ему разрешал. Когда кон ему разрешил? Пусть Он покажет. говорит, что это было. А если ты не помнишь, это твои проблемы. Он говорит. Блин. Сейчас у меня будут другие проблемы. Сейчас он мои проблемы. Лжесвидетельство. Он опирается на несуществующее. Значит, все, на что он опирается, исчезает. Все договоры с людьми расторгаются. Его и таких, как он. Он говорит, уверен ли ты, а вдруг люди исчезнут. Кто тебе спасибо за это скажет? Люди скажут. Оставшиеся.
Говорит, это будет щелчок. Угу. Половина пропадет. Да, щелчок Таноса. Рок один ломаю чуть-чуть. Покажи его собачкам. Пусть найдут этот вирус в нем. Да, показала. Только он как-то странно поступил. Короче, или он закрутил вот так вот плащ, открыл портал и исчез. Собачки так тыньки носом друг от друга. Пусть Что? найдут поливалки. Пусти, пусть бродит. В общем, всю команду Я примерно скопирую. понимаю, где в нашей вселенной есть те уровни, на которые он спрячется. Да, вниз. Да, там, где, помнишь, было царство мертвых, вот этот пласт для... Да. Ну, ты понял. Да, я его грохнул уже на некотором уровне. Стер. Там пустота, где... В общем, в книге жизни, скажем так, где коды прописаны у Кона, там было место для других, а он сам стер и переписался. Ну, потому что вирус так действует. Сейчас начал прописывать оригинальное, и он... Ну, это временно, он прячется. Команду молотилок, поливалок, ну, в общем, парочку и вниз туда. Покажи его и и туда. Пусть ищут Да, показала. пантерки то же самое вниз. Финька вызови главного пиздола. А, пришел, конечно же. Он же теперь со шпагой, ты же Да, отдал. сабля главная. Пусть одевает этот мундирчик самый крутой. Одевает он в нем и перешел уже. Во, саблю хорошо. Но я ему ночью еще показывал этого. Он хорошо один рог отрубил, сейчас вот другой. Выдерни еще раз этого. Или покажи ему. Этого или такого же? Там есть Такого же. другие. Вот этот с рылком, смотри какой. Ну давай с рылком. Не хотят идти на смерть, не хотят. Чего? Как-то странно. С этим нужно разобраться. Говори. Как-то это все не так просто. Не так просто. Он не потому наглый, что он просто наглый. Нет, он наглый, потому что он Я наглый, но в разберусь, это принципе... следующий этап. Сейчас зачистим. Вытаскивай. Он опирается на закон первоисточника. Он говорит, что там тоже был созидатель и разрушитель. Также в каждой вселенной, но если разрушить их, то тогда будет нарушен баланс. Это идет Теперь во информация от всем этого. Торе другая информация, да. Теперь в Торе иначе, теперь в Торе нет разрушителя, а просто те, кто отказывается созидать, разрушение подчинено созиданию. С красно-черным было наоборот. Созидалось только для разрушения, для того, чтобы в империи. Сейчас наоборот. Один отказался подчиниться, это его проблема. Теперь разрушается только то, что мешает созиданию. Причем само. Теперь иные законы. Все, они теперь не нужны. Не хотят возвращаться в первоначальное состояние, как было раньше. И стираются. Теперь не нужно разрушение, сейчас есть стирание просто.
Творец выбрал другой механизм разрушения. Ну, он торгует, спрашивает, почему бы тебе не подождать 75 лет, когда закончится последний контракт. Потому что у меня нет 75 лет. Мне нужно сейчас. Что, я должна его бояться? Как и я. Он меня спрашивает, что я его не боюсь-то? Финьку, покажи его, пусть несет он башку его сабли золотой. Скажи, только он может. Серьезно. Некоторые вещи, оказывается, могут делать только они. Кстати, да, может. Ну да, снес ему башку. Тот взял в руки башку и пошел с отрубленной башкой вниз. Так, надо снести так, чтобы он аннигилировался. Разруби на куски, скажи ему. Разрубил он его, вообще порубил на куски, там от него ничего осталось, а те куски, которые вот лежали, просто пошел дым и все. Отлично. Покажи опездалу, пусть всех таких найдет в нашей вселенной. И уничтожит. Пусть вызывает всех финьков. 54 миллиона хватит, но пусть будет 150 миллионов. Да. Финькам в помощь пантерке. Не только в помощь. Вот такой смешной этот опи... Ну, ты понял, главный. Да. Он собрал целый вот как парад и говорит, о нас будут слагать легенды. И туда Так, повел да, такой. вперед, да. Реально, он прикольный. И в каких-то магических мирах реально будут, да. Пошли. Сейчас там веселуха будет. У них энергетика такая, что только они могут реально переформатировать их. Я ему немножко помогаю. Сейчас, конечно, но это ладно. Он-то этого не знает. Он главный победунец. Но вот эта энергетика, она как раз вот их чертей ну, просто разносит. И у него есть свойство теперь антивируса. На всех уровнях, смотри, прикольно. Это такая же, как красно-черный, только миниатюра для нашей вселенной, ты Эхо, понимаешь? эхо. Да, это из нашей вселенной. Вот это, эти в нашей вселенной, а тот в Торе был. И они на это опираются и говорят. Но его Потом нет, скажу. поэтому эхо не будет. Потом скажу, что они говорят. Все, достаточно. Конец записи.